Приветствую всех! С вами Нидзирамас, и мы продолжаем проходить вторую часть Паразит Ив в баунти режиме. И в прошлой серии мы зачистили B1, вот это подземелье, зашли в Драйфилд, тоже зачистили. Ну и вот здесь вот где-то вот один противник появился на нижних этажах. Сейчас идем на B2. И Аргха. Сначала зачистим весь B2. Затем активируем уже продолжение по истории прохождения. Здорово. А, там. А что там? Охренеть. Сосульки бешеные. Надо бы прокачать уже огонь потихонечку. А то что-то агрессивно ко мне относится. Так, что у меня по способностям еще? Кстати, уже могу и до третьего уровня огонь прокачать. Хорошо. А где мои големы какие-нибудь интересные? Еще противники, а то как-то очень мало. Ух ты, ты чё, стоять, просто реактивный двигатель включил, подлетел ко мне буквально. Жесть какая. Так, насколько я знаю, в секретной вот этой, в особой зоне Неоарка у нас нет ничего, там респаун происходит только один раз. А, тут эти мусорные враги, да? Ну, сволки, которые. Как-то это очень грубо прозвучало, конечно. Не достаю. Чем вы там, интересно, занимались, что вы так долго сюда не ехали? Господа хорошие. Поделитесь. Так, и... Нет, вот это. Это просто нехорошо работает. А, что у нас не здесь?
Точно, мы же не здесь входим с карточкой Боумана. Я совсем забыл, что... Я все время путаю, какая карточка куда подходит. Сюда карточка Йошиды подходит. Или Йосиды. Так, тогда идем. Ну и заодно сейчас, кстати, раз уж идем так, то надо заправиться этой... Топливо для батареи... Ой, топливо для батарейки, блин. Топливо для огнемета. Идем наверх. Я предусмотрительно не открыл дверь. Я не заходил на B2 через тот главный лифт. Кстати, скинуть ничего не надо. Да, вроде нет. Проверю, что в этом хаммере у нас полное топливо. Ну, полная энергия батареи. Хорошо все-таки, что эти всякие батареи и так далее можно заправлять спокойно. Вроде бы такой возможности не будет на максимальной сложности. Там нельзя будет заряжать эти все батареи и так далее. Так, вот сюда. Так, тут сейчас куча этих гусениц. Угу. В смысле? Вот обязательно надо было на меня напасть. Вот жижа, блин. Ну ладно, она не так сильно бьет, конечно, но... Открой дверь. Пускай будет открытая дверь. Раз тут слизнячки. Не надо. Встает струя. Зато полностью восстановили здоровье и достаточно сильно восстановили энергию. Что ты делаешь? Какая-то неадекватная фигня.
Как же я хреново прошел эту комнатку. Аргаха. И что самое печальное, ни одного нового противника за эту локацию не было. Как так-то? Так, давайте откроем изнутри вот эту дверь. Ну, собственно, все зачистили. Все, что было до лаборатории. Хотя, ладно. Пока вот это скину. Потом еще будет возможность его забрать, разумеется. Так, я не знаю, зачем я сюда. Я хотел вот это потрогать. Нет. Я промахнулся. Этот и этот варианты. Так, что у нас теперь? Тут мало-мало. Просто, ну, а какая логика? Почему вот здесь один враг появился, и вот здесь один враг появился? Что происходит? Ну и у входа в убежище. Но мы, разумеется, пойдем по всем вариантам. По всем местам, точнее. Сразу. Вот так. За них вообще должен сейчас хорошо прям дать. Он 600 опыта, офигеть. 204 опыта за одного такого толстячка. Хотя они... Блин, простые противники. Дайте мне комнату, в которой будет пара десятков этих толстячков. Так, да, мне сюда, потому что в шахте появился кто-то. Какой-то непонятный товарищ. Даже не один. Вас не двоих прожигает. Теперь двоих прожгло. Так, у меня снова уже доступна прокачка
следующего умения. Временно парализует врагов, которые попадут в радиус действия. Очень хорошая вещь. Так, это мне как лучше пройти? О, я знаю. Я пойду через оружейную, заправлю снова себе огнемет. А чё бы нет, он бесплатный. А, и потом выйду через ту дверь, пойду к тому монстру. А, еще нормально, 610 патронов. Я патроны не очень агрессивно трачу. Конечно, я сейчас много трачу энергии. И это не факт, что хорошо. Ха-ха. Какие они жуткие звуки издают некоторые из них. Эх, ну выходим прямо здесь. К сожалению, новых врагов нет. В Неоарке я не помню, будут ли вообще новые враги сейчас где-то или нет. Конечно, хотелось бы, чтобы были. Но не уверен, что там место есть, куда их ставить. Я физически не помню. Может, где-то будут. Даже, на самом деле, скорее всего, будут. Да, по-моему, возле пирамиды Тлалока они будут, минимум. Ну, может быть, и нет. Посмотрим. Мы туда еще дойдем. Господина хорошего. Так, и мне товарищ господин не дал потрогать еще одну кнопочку. Я хочу вот это отключить, пока возможно. Хорошо. Лифт я не стал включать. Товарищ Пирс мне его подрубит. А вот дверь и система охраны он не отключил, ну, не переключает. О, какой господин хороший. Спать? В смысле? Спать, говорю. Чё только один? Ну, кстати, ты тут не в тему, на самом деле, честно. По-моему, тут было два толстяка, разве нет? А если один толстяк, то ладно, потому что ты даешь больше, чем один толстяк. Так, ну и где у нас перезаселение? Ну да, в принципе, не обязательно было идти сейчас
Здесь комнату зачищать. Ну, привычка. Так, сейчас я иду на парковку. Так, я забыл, где враги? Тут есть враги. А, здорово. Ты хрен ли кусаешься, гаденыш? Вот так. Супер. Еще бонус. О-хо-хо-хо-хо-ха-ха-ха. Прикольно. У нас есть магнум. Так, я опять забыл. Ну, нам по всему кругу надо пробежаться. Я вот сюда сейчас загляну. А тебе мало, что ли? Пока. Пока. А, в смысле еще? Я думал, я там все срок. Так, ладно, сейчас пойду заправлюсь, потому что огнемета я много слил. Не, ну магнум это, конечно, прям круто. И неожиданно, я бы сказал. Правда, сейчас мне от него толку нет, потому что мне нечем им стрелять. Но я предполагаю, что раз нам дают пушку, то в конце концов нам дадут еще и чем из этой пушки стрелять. Что будет хорошо, потому что на эту концовку, к которой мы идем, мы не получим никакой магнум в ну когда к финальному отрезку игры подойдем. Тут камеры эти. Так быстрее. Ладно, давайте так. Раз уж ты такая деловая штука. У него прям много здоровья, конечно. О, а вот и патрошки. Впечатляющая разрушительная мощь. Еще и спартанцы дали. И у нас же места нет. Так, хорошо, что у нас тут? А, ну можем зайти сюда, на парковку. Ну, просто... Просто чтобы было.
Сразу сопрем ключ. И делать нам здесь больше нечего в данный момент. Пока питания на панели управления у нас не хватает. Да, я, пожалуй, пойду заправлю себе еще огнемет. А то уже сколько я его потратил. Хотя нет, я сейчас пробегу вот этот круг по B1. Или хотя бы до склада дойду. Вот из этих спален до склада. Кстати, Аргаха. Я только что понял, что я кое-что забыл. Так, давайте-ка я попробую это исправить. Скорее всего, уже не получится. Я совсем вылетел из головы. Ну, если не получится, то... Ну, что поделать? Я забыл... Ох. Господа, друзья, вы чё? Пойдем посмотрим, смогу ли я сейчас журнал взять, который ключевой предмет. Я прям сразу в лабораторию, не оглядываясь на другие помещения. Заодно в лабораторию, кстати, скину кое-какие предметы, ненужные в данный момент. В частности, вот этот набор мне с собой не нужен. Сейчас заодно и посмотрим, можно ли его взять после выполнения уже, ну, разгадки пароля и с последующих за этим событий. Просто знаю, что его в принципе взять можно только после того, как прочитать о нем. Так, ну давайте, ладно, здесь пойдем до конца. В конце концов, не хватит огнемета, да и фиг с ним. Вы больно агрессивно ко мне отнеслись. Я это не одобряю. Настолько агрессивно, что у меня огнемет кончился. Здорово. Ха. Я его плазму уронил, не дал ему ничего сделать. Так, ну ладно, давайте я зайду за потрошками, за энергией огнемета.
А то как-то без него не то. Так, сколько у меня? Еще 630 патронов, нормально. Так, не так далеко. А кто у нас здесь? А, тут никого, блин, я забыл. А тут же был враг, когда Пирс позвонил, тут он зареспаунился. Ты здесь? Ты не падаешь. Теперь упал. Так что у нас по первому этажу? Первый этаж готов. В шахтах никого. Так, идем на третий этаж. И в канализацию. Заодно заглянем в Драйфилд. По идее там никого, но заглянем все равно. Так как все равно по пути. Ну, разве что лишнее помещение пробежать, но это не страшно. Так, игра, давай, подари мне несколько новых противников, которых я еще... Так. Ну ты, блин, ты не новый противник. У вас, по-моему, тут всего две штуки, да? Опа, здорово. Ты, блин, что там делаешь. Вот это уштырило от огня, конечно. А, прячется, гад. До сих пор не понимаю, это так и задумано, что эти враги просто прячутся и вообще ничего не могут сделать? Или они что-то могут все-таки сделать? У меня ни разу эти враги ничего не делали, кроме как исчезать. Согласен. Именно так. Так, здесь у нас все. Остался только B2 и Neo Arc. Ну и посмотрим в Драйфилд. По-моему, там рано еще, но... Все равно заглянем. Ну да. Как и ожидалось, рановато было туда идти.
Я вот не помню, сейчас на B2 кто-нибудь новенький появится, интересный. Как говорится, будем посмотреть. Надо, кстати, будет потом еще в лаборатории скинуть что-нибудь. Потому что у меня сейчас очень места... Очень мало с собой места доступно. Я даже, наверное, Recovery 2 выкину, который у меня в кармане. В боевом. И возьму в боевую карману лечилку для МП. Так, как тут лучше пройти? Ну, просто через здесь и до главного холла. И потом к лифту. Хорошо. Ну, конечно, энергию я трачу очень агрессивно. Сколько у меня, кстати? Я опять могу какое-нибудь умение изучить. Любое из тех, что на данный момент мне доступно. Что там? Слизь? Если бы слизь. Где еще гусь? Вот здесь, да? Ух, какого-то цвета. Еще где-то живой гусь, да? Тебе что, мало? Особого приглашения нужно. Стоит такая, голову подняла и ждет королева такая. Ой, куда я пошел? А, стоп, да, я сюда пошел. Да. Нафига? В задумке было сделать другое действие. Касаются мои задумки. Да, я это изучу сейчас. В этом прохождении, в этом цикле прохождения я еще эту способность не прокачивал. Она очень крутая. На него как-то она не сработала. А здесь никого, да? Да, здесь у нас никто не сидит. Там, по-моему, вот этот стонущий здесь получается, да, сидит? Ну да, на этих противников, конечно, не особо сработало. Но вот на големов эта штука на некоторых очень хорошо сработает. В частности, на зеленых точно. И не помню насчет невидимок. Так, отлично. Давайте сразу откроем лифт.
Благодарю, дружище. Ну, чего только одна эта штука? Могли бы к ней кого-нибудь голема хоть подселить. Кстати, у меня мало опыта уже. Надо поэкономнее обращаться с оставшимся. А, и тут у нас такой друг. Лично я не против. Всего один голем, хорошо. Вполне нормальный вариант. Так, все у нас. Ну да, карту зачистили. Сейчас я пойду заправлю боезапас себе. Ну а Неоарк мы оставим на следующий эпизод. Сюда можно что-нибудь скинуть. Можно это скинуть. Ладно, с такими темпами я не буду скидывать лечилку. Так, и давайте вместо пистолета возьмем магнум. Ну, вдруг где-нибудь понадобится прям жестко в кого-нибудь настрелять. Отлично. Немножко патронов еще зарядили. Кстати, сколько? Уже 54 тысячи очков охотника. Звучит как будто бы дофига. На самом деле... это... на самом деле это дофига. А вот опыта у меня мало, к сожалению. Сколько там, кстати? Всего 1707 опыта. Далеко не сразу мы в следующей серии сможем прокачать себе какое-нибудь умение. Нет, я не здесь, я в лаборатории сохранюсь. Не знаю, почему я этот телефон тыкнул. Вот теперь сохраняемся. Мы только что сообщили Джоди, что Пирс находится здесь. Уже 64 практически с половиной процента противников убито. 210 битв. Оружие. Ну... кто бы сомневался, у нас там 4А1 просто в топе. Гранатомету все хуже и хуже становится. Я один раз использовал метаболизм, и один раз этот. И из этого можно высчитать, что вот этот я ровно два раза использовал за все прохождения. То есть статистика по оружию и по энергии, она общая на весь файл сохранения, а не только на
конкретное прохождение, в отличие от статистики по битвам. В общем, на этом я буду заканчивать данную серию. Я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Собственно, в следующих сериях. Всем пока!